Всем привет, с вами Димас Гейм, продолжаем проходить Майнкрафт. И в прошлой части мы ходили за дровами, и у нас очень хорошо получилось с Пуловым побеседовать. Сегодня мы будем беседовать с крышей. Мы ее побольше сделаем. Так, где-то вот так. Хотя еще... Вот так вот. Да... А может, сегодня мы еще успеем стены сделать? Так. Сейчас я копаю, а потом мне еще надо будет все обстроить досками. Так. Так, я туда сразу доску поставлю. Так, друзья. Да, ломать нам еще. Хорошо, что я пока не улучшаю. Мне надо мало делать пола. Это уже плюс. Так. Так, давайте, друзья, ломаем. Это очень долгий процесс. Сейчас смотри, вот на ТНТ-4 или ТНТ-камеди универ. Да, очень прикольно. Всем советую. Ржачно. Ржачка до упаду. Вот так можно сказать. Так. Потому что я буду просто ржать, не могу. Потому что смотрю очень ржачный сериал. Да, все же. Так, друзья. Так, давай. Так, сейчас что-то про продуктовый, про свинину, не знаю, что это такое. Так. Да.
Так, давайте я доумаю его продукт. Так, так. Сейчас мы достроим. Сейчас я дострою. Все, идеальное жилье. Так, сейчас я сделаю. Что ж. Да. Так. Так. Надеюсь, вы слышите. Так. А в следующей серии все же стену сделаем, потому что мне еще надо за едой сгонять как бы. Еще положим сюда камни, думаю, потому что у нас до хрена камни, очень до хрена. Глыга, точняк. Что же я, на этом мы закончим, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, пока.